Весенним снегопадом уссурийцев уже не удивить. В марте несколько раз выпадали сильные осадки. Только все растаяло и запахло весной, как очередной апрельский разгул природы. За ночь выпало у нас 28,5 миллиметров осадков. Это, в принципе, у нас бывает в апреле, в мае еще осадки в виде снега. Ну, это, я думаю, что все-таки аномально, потому что это выпало за один день. Потому что норма за месяц 35 миллиметров. Эта непогода начиналась с дождя. При понижении температуры пошел снег, что и усугубило ситуацию в городе. Утром все деревья и линии электропередач оказались облеплены тяжелым мокрым грузом. На 9 часов утра в округе зафиксировано почти 20 порывов проводов. Повсеместно по районам поваленные ветви. Произошло 17 аварийных отключений подачи электроснабжения. 6 отключений – это на сельских территориях, остальные в черте города. Предприятие электросети работает в аварийном режиме. По докладам руководителей этих предприятий, до 18 часов сегодня все аварийные отключения будут устранены. Весь день в округе продолжалась борьба с последствиями снегопада. Ночью грейдеры расчистили дороги. Днем за дело взялись погрузчики и дорожные рабочие. Они приводили в порядок тротуары, пешеходные переходы и остановки. Ситуация какая? Убрали город, практически все куветы все прочистили. Вот такой нам подарок получился. С 10 часов начали убирать снег. 16 единиц высланы сначала боссовских на уборку снега. К 8 утра добавилось еще 10 единиц, то есть уже наемной техники. И к 9 утра уже стало 40 единиц техники. Борьбе со снегом способствовала и плюсовая температура. Снежные сугробы постепенно стали превращаться в громадные лужи. Однако специалисты предприятия БОС после этой непогоды не планируют прятать снегоуборочную технику в гараж. По их прогнозам, еще дважды в апреле возможен снег. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.